Некоторое время назад я задумал и привел в действие свой план идеального ограбления банка. Всем лечь на пол! Живо! Почему? Потому что я могу. Вы переговорщик? Да, это детектив Фрейзер. А это детектив Митчелл. Что тут? Наденьте эти костюмы и маски. Попробуем разобраться, что происходит на самом деле. Все не так просто, как кажется. Живо! Пропустите сюда! Отойдите! Назад! Реактивный гигант должен стоять в аэропорту Кеннеди. Даем время до 9 вечера. После этого будем убивать по заложнику каждый час. Они не получат даже чашки кофе, пока я не поговорю с ним. Уберите всех этих людей с улицы! Ваша честь, вам известна ситуация с заложниками? А вы при чем? Я должна позаботиться о защите определенных интересов. Только спокойно, спокойно. Я говорю спокойно, разве нет? Да, вполне. Детектив, речь идет о вещах, которые находятся вне вашей компетенции. Скажите, пусть меня повысят, и проблема будет решена. Если что-то пойдет не так, потом все свалят на тебя. Встречай меня у входа. У меня есть план. Чтобы грабитель банка собирался удрать с заложниками на борту, я думаю, ты обманываешь нас. Почему, не знаю. Когда я сказал, что спланировал идеальное ограбление банка, я имел в виду именно это. Я в состоянии помешать вашей карьере. Чем скорее вы перестанете быть для меня проблемой, тем лучше для вас. Они слышали все наши разговоры. Тут жучки, уводи своих людей! Ты спланировал каждый шаг с самого начала, и все плясали под твою дуду, включая меня. Но больше ты меня не проведешь. Что ты делаешь? Это не ограбление банка!